15 травня традиційно святкується Всесвітній день сім'ї, започаткований Генеральною асамблеєю ООН. В цей день інтенсивно обговорюють питання соціальної інтеграції та взаємодії поколінь, забезпечення балансу трудової діяльності та сімейного успіху, вирішення проблем малозабезпечених сімей. Також вплив міграції та військових станів на сімейне благополуччя та старіння як пошуку нових можливостей. Переходячи від теорії до практики, ми звернулися до мешканців міста Балти для того, щоб почути, як саме вони вирішують сімейні проблеми та які поради вони можуть дати. Расскажите, пожалуйста, как в вашей семье вы справляетесь с проблемой невзаимопонимания между поколениями? Как заложили с детства, так и будет понимание. Как родители воспитали, я считаю. В то время, когда нас воспитывали родители, шло на уважение, и родители всегда были правы. Но сейчас дети спорят с родителями и доказывают, что в настоящее время надо воспринимать так, как оно есть. У нас в семье, здесь, наверное, такое выхование авторитарное. Вот. Тому у нас таких питань великих, які б стояли ребром, непорозуміння немає. Діти знають, що батьки – це є саме важливе в житті для них, от, а для нас – діти. Тому в нас завжди були порозуміння. Якщо щось у нас десь трошки не йшло так, як хотілося дітям, вони все рівно робили так, як бажають батьки. Взаємопонімання повинно бути завжди, тому що якщо не буде взаємопонімання, не буде довіри і не буде согласия в сім'ї. Діти будуть самі по собі і будуть дивитися на те, як їх сверстники поступають. А сверстники не завжди бувають положительними. Важливим питанням є побудова сімейних відносин на партнерських засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги та підтримки. Щоб забезпечити збалансовані сімейні відносини, кожен член подружжя має виконувати свою роль. Муж і жена обоє грають роль в сім'ї, вони... Ну, за детьми смотрят. В основном должно быть равноправие. Ну, наверное, конечно, должен быть муж главный, чтобы и дети чувствовали. В наше время очень трудно сказать, кто будет главный. Кто займет такую позицию, понимаете? В нашем обществе так. Если успел, захватил первое место, значит, ты главный. Вот. Не только по финансовой стороне. Нет, это я считаю неправильным. Должно быть уважение, должно быть доверие. Вот. Во всем должна быть справедливость. Вот тогда и приятно, когда все на честную. Вот, и жизнь слаживается. Если взять с моей семьи, то всем занимался отец обеспечением. Мама занималась только воспитанием. А все ложилось на плечи родителя, материальное. Жена должна была воспитывать детей, чтобы дети были накормлены, чтобы был семейный уют. От этого и семейные отношения строились. В основном занималась жена. А тут уже, когда приехали в Украину, то... Вже більше внимання уділяв я. У мене діти вже дорослі. І коли вони були маленькими, то я віддавала своє життя і свою любов дітям-сиротам і позбавленим батьківського піклування. І син мені завжди казав: «Мамо, ти мене не виховала, мене виховувала Балтська вулиця». Ну, я з цим повинна згодитися. Ну, хочу сказати, що діти в мене, в моїй родині, вийшли гарні, я ними пишаюся. Але я їм, напевне, мало часу приділяла, тому що в мене дуже була велика сім'я на роботі. У нас зараз дитина пішов в садик, і я готуюсь до того, що мені потрібно буде виходити на роботу. Вот, і я, тим не менше, хотіла б побачити всі його перші успіхи, які він совершає, достигает в жизни чего-то. Вот. Ну, родители должны постоянно участвовать в жизни детей, и в школьной, и в будущей жизни. Я думаю, что правильно будет родителям находиться рядом с детьми. Карьерные успехи только благодаря тому, что мы однопрофильные. Если мы обои, допустим, педагоги, обои математики, то мы понимали друг друга с полслова. А материальная сторона работала больше, может быть, и сейчас работаю, поэтому муж это ценит. И все, что касается по семейным вопросам, он все дома справляется. И печет, и варит, и стирает, и убирает, и все, что надо. Как вы думаете, какие есть особенности построения семейных взаимоотношений в малообеспеченных семьях? Ой, там, мне кажется, взаимоотношений нет, там все зависит от денег. Деньги есть, значит, в семье порядок и тишина. Закончились деньги, начинаются разборки полетов. И страдают, конечно, от этого дети. Потому что ребенок на сегодняшний день не может понять, что у родителей нет денег, и на сегодня ему нечего поесть. Ребенок считает, что пришло утро, ему должен быть завтрак, обед и ужин. А родители деньги, которые получили в течение недели, они их потратили. То есть рассчитались долгами, что у них были. Молодые только, которые поженились, у них бывает, что мало, вот, как, допустим, взять Балту. Работаешь мало, ну что, куда им пойти, что делать?
Это сказывается на детях, естественно. Ребенок недополучает того, что он хотел бы дополучить, допустим, той же конфеты, той же пряник или что-нибудь от такого. В каждой семье есть трудности. Человек, который работает и который чего-то хочет достигнуть, он всегда будет что-то иметь в своей жизни. Вот. Так что не бояться труда. И, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Так. Семья все-таки создается для того, чтобы растить, воспитывать детей. Но дети вырастают, и у них даже внуки вырастают. А что дальше? Да. А что дальше? Ничего страшного, жизнь не заканчивается. Надо продолжать себя во внуках, вот, воспитывать их, поддерживать материально и морально. Жить дальше для детей. Узнавать, ну, не навязчиво, но узнавать о их успехах. Как бы, ну, тем не менее, не забывать о себе, как говорили раньше, отцы и дети всегда должны быть вместе. И то, что бабушка или дедушка будет приезжать к внуку и помогать уже внуку растить его, это будет тоже очень хорошо. Бывают такие случаи, когда вроде бы родители влаживают детей доброту, ласку, чтобы уважение к старшим, а дети вырастают и как бы и этого не, ну, может, не понимают или не хватает времени на своих же родителей. Так что я думаю правильно, что нужно помнить о том, кто нас родил, кто нас воспитал. Мне кажется, взаимоотношения все равно из поколения в поколение должны переходить, и какие-то ценности семейные все равно остаются. Почитание родителей – это все время должно быть на первом месте. Сім'я є берегиною людських цінностей, звичаїв та культури, фактором стабільності та розвитку. В усі часи про розвиток країни судили згідно з пріоритетом сімейних цінностей, що формуються шляхом збереження сімейних традицій. В сім'ї дуже багато традицій підтримується не тільки спортивного плану, а й інших планів. І я вважаю, що сім'ї повинні передавати свої родинні традиції, традиції нашої держави Україна, дітям, щоб вони передавали їх з покоління в покоління. Навіть у нашій школі я завжди стараюся показати дітям традиції, сімейні традиції, державні, і вони їх стараються підтримувати в подальшому своєму житті. Ну, так, наприклад, як таке традиційне свято, як день народження. Да? Кожен хоче, щоб в день народження його привітали, його звернули на нього увагу. І тому ми кожен традиційно, кожен раз святкуємо цей день народження і стараємося його святкувати трошки по-іншому, ніж попереднє, щоб діти запам'ятовували і могли в себе в сім'ях також святкувати такі дати. Сімейні традиції, як би, є у нас как бы не традиция, а так заведено, что дом моего мужа как бы прабабушки. Его оставили, сохранили, и вся наша семья, весь наш род собирается там по большим праздникам. И это сплочило нашу семью. К большому сожалению, сейчас родители больше озабочены материальной стороной. Большинство родителей уезжает из нашей страны на заработки, оставляя детей на кого возможно? На тети, на дяди, на знакомых, папе, без опекунства, как получается. А дети это очень быстро осознают. Даже дети, вот работают родители в Одессе, это уже бесконтрольность. Вот поэтому нужно как-то, пусть даже материально будет более тяжело, но нельзя детей оставить без внимания. Вот это должна быть традиция. Дети это самое ценное, что у нас есть в жизни. У нас сейчас, мне кажется, потеряно, это потеряно материальные ценности, вот, духовные ценности, что люди, вот дети воспитываются сейчас совсем по-другому. Они не чувствуют отношений в семье, они не чувствуют ничего. Вот такая это, ну вот, с моей точки зрения, это просто ненужная развязанность. З сім'ї починається життя та формування людини як особистості та громадянина. Сім'я є джерелом гуманізму, поваги, толерантності та відповідальності. Тих речей, на яких будується громадське суспільство, без чого і не може існувати людина. Плекайте сімейний добробут, адже це запорука щасливого майбутнього нашої держави.